как-то получилось, что я болела, был коронавирус, после него инсульт, и я очень долго лежала. И пользовалась остатками. Ну, была мука, макароны, немножко гречка. Ну, а теперь я хожу. Это огромная радость. Просто я одинокий человек, и любая забота – это радость. Огромное спасибо, Ринат Леонидович, вам за заботу не только о маленьких украинцах, а и о стареньких тоже. Дожить до глубокого-глубокого возраста, несколько сотен лет, быть здоровым, не терять гуманизм, доброту, мужество и счастья на долгие годы.